стопам Тараса Шевченко. Во всемирной сети появился научно-образовательный веб-портал о творчестве великого классика. Кроме изучения литературных произведений «Картин Кобзаря», он позволяет виртуально пройтись по тем местам, где когда-то бывал и сам Шевченко. Над сайтом работали 2000 людей из разных стран. И, как рассказывают создатели, идея возникла еще 20 лет назад. Хотели сберечь архив рукописей для будущих поколений. Мы сделали пилот к 2014 году, к 200-летию классика, и потом доработали проект, сделали его таким вот современным. Он живет, пополняется, и очень приятно, что сегодня портал уже рекомендован Министерством образования в школы.